А вот в другом поселке, где также существует проблема водоснабжения, ее постараются решить на ближайшем заседании городской думы. Напомню, в нашу телекомпанию обратились жители нескольких двухэтажек у Века. В их домах с 8 апреля нет воды. Основная проблема, по словам чиновников, в том, что частный сектор производит несанкционированные врезки и забирает всю воду из системы для полива. Решение есть – переложить сети так, чтобы пользоваться водоснабжением могли в равной степени все жители Увека. Если смету успеют доработать до ближайшего заседания городской думы, то деньги могут выделить уже в июле. А пока чиновники пообещали, что в Увеке организуют подвоз воды. Будет подвоз воды производиться, питьевой воды, в поселок Увек. Определены три места, которые будут подходить ПМ-ка с водой. Вода, она будет у нас, ее пить только единственное, что надо кипятить. Она с водопроводного крана, но мы даже сами берем с города водопроводную воду, мы ее кипятим.